В историко-культурном центре 4 марта было шумно и многолюдно. Самые активные и большие семьи округа съехались на день рождения Ленинской районной организации многодетных родителей «Наше будущее». Пока взрослые гости регистрировались и рассаживались по местам, дети участвовали в интересных творческих мастер-классах. Пусто делаешь внизу, там нет рисунка. То есть вот так прям примакиваешь. И вот тут вот краешек тоже спрячем. Поздравить с юбилеем общественную организацию приехало много почетных гостей. У нас 2200 семей, уже даже многодетных. Мы в этом плане растем. У нас 55 семей на территории округа, где 5 и более детей. Это тоже для нас, ну, я считаю, большая зона ответственности, потому что мы должны, конечно же, помогать. С праздником вам спасибо еще раз большое. Дай Бог здоровья вашим семьям и, конечно же, нашим детям. Общественная организация «Наше будущее» возникла в 2013 году. Тогда в ее состав входило всего 7 многодетных семей. Сейчас в организации их более 300. Но, как уверяет руководитель «Нашего будущего» Александр Дуденков, это только начало. Потенциал, он у нас порядка 1000 семей. Мы проводим и льготные ярмарки, и раздачи, в том числе, бесплатных продуктов. Если мы взять по прошлому году, только летом, мы раздали порядка 20 тонн овощей совершенно бесплатно, при том не только многодетным семьям, а вообще всем семьям, кто в этом нуждался. У нас проводится всевозможные мероприятия, как можно, чем можно заниматься в декрете, прогулки с детьми, всевозможные акции. Все очень полезно, и мы стали еще больше куда-то выбираться из дома. Также организация помогает детским домам-интернатам в Тульской и Владимирской областях. Собирают продукты, одежду и обувь. Устраивают различные мероприятия для деток, оставшихся без попечения родителей. Активно поддерживают их и другие общественные организации округа. Мы уже давно сотрудничаем с обществом многодетных. Связывает нас давняя дружба. Мы постоянно принимаем участие в различных мероприятиях, организованных этим объединением. Многодетные семьи – особые семьи. Для большинства из них это осознанный выбор. Их философия, их многодетный образ жизни. Для меня дети, мои дети – это, во-первых, вдохновение, во-вторых, постоянный стимул к какому-то самосовершенствованию и развитию, потому что понимаю, что для моих детей, ну, по крайней мере, я стараюсь быть лучшей мамой. Самым активным и большим семьям, членам организации, вручили грамоты и памятные подарки. А затем официальная часть завершилась праздничным концертом. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.